может показаться, что это какая-то архаическая структура, которая возникла просто из местных болот. Как сделать свое, при этом не отрицая мировую культуру? Сельский ресерч через призму наших сельских ощущений и... Это сводит всех с ума и непонятно никому, но в деревне хохлома не производят хохлому. Двинулся он тогда на поиски идентичности. Русский стиль пользуется успехом на международных выставках. Идет на экспорт. Непонятно, как цензура пропустила такое творчество. Мир погибнет, а нам нет конца. Как можно больше какой-то... самоиронии. Сколько?